Зовут меня Владимир. Живу я тут недалеко, в городе Подольске. Я вообще-то давно мечтал приобрести загородную недвижимость. У нас семья большая, у меня много внуков. И домик этот я вообще-то для внуков. Мне уже 60 лет. Жена критикует все время, говорит, что это для внуков строишь. Ну, я думаю, надеюсь, что все-таки и сам поживу в этом доме. Район здесь очень удачный. Здесь недалеко Симферопольское шоссе, буквально тут 5 километров. С этой стороны это Мелехово, вы знаете, это музей Чехова, Мелехова. Чуть ближе даже источник, святой источник Талиш. На коттеджном нашем поселке есть пруд, где там 3 беседки. Мы часто с детьми, с внуками приезжали отдыхать тут. Тут и спортивная площадка, внуки побегают, там попрыгают. Мы шашлык пожуем, покушаем. В общем, место мне нравится. От дома тут ехать, ну, до МКАДа тут 50 километров. До Подольска, до моего дома 35 километров. Я вообще-то рекомендую подумать и вот приехать, посмотреть. Здесь, я думаю, есть еще свободные участки. Удачи всем!